хотел уточнить. В прошлом году была резонансная информация о нарушениях при строительстве спортивного комплекса «Альбатрос». Хотелось бы узнать, вот, чем в итоге дело закончилось. Очень хороший вопрос, но вы знаете о том, что я не могу давать пояснений, поскольку у нас есть сотрудники, закрепленные по связям со средствами массовой информации, есть следователи, в том числе, если этот вопрос касается Следственного комитета, руководители Следственного комитета, которые могут комментировать конкретные уголовные дела. Если у вас возникли эти вопросы, мы с удовольствием на них ответим, но в рамках другого совещания.